предыдущей серии. Это Лашпедус. Сегодня его изгнали. Меня изгнали. Я покажу всем, из какого хитина сделан. Я размажу какашки по всему миру. Блин, песочек такой прикольный. Меня снова изгнали. Я снова опозорен. Когда же я начну хорошо какать? Ну ладно, нужно двигаться дальше. О, я решил за ним увязаться. Нам долго еще идти. Я устал. Я кушать хочу. Фу, нищеброд. Как таким нищим можно быть вообще? Есть хочу, а денег нет. Придется воровать. Блин, в тюремном пилоре, оказывается, есть камни. Ням-ням. Я наконец смогу выдавить хорошую какашечку. Я должен натренироваться. Я буду бить этот манекен до изнеможения, пока мышцы не начнут расти. Опа, дрова. С момента нашей прошлой встречи я поднакачался, да и обрел мечту. Кстати, пойду я и займусь. Для того, чтобы мне воплотить мою мечту в жизнь, мне нужны деньги. ХММ, как бы подзаработать? Иди в пустыню. Что? Нахуй иди, говорю! А ладно, спасибо. Только вот, как мне там заработать? Не знаю, придумай, я вообще охранник. Почему ты со мной разговариваешь? Не знаю. Так ладно, гляну-ка на карту. Так. Куда мне отправляться, там ты говорил? Ну смотри. Вот сюда иди, жучара, тьфу. Блин, спасибо, мистер охранник. Как я заработаю много денег, я вам отплачу за этот совет. Пошел нахуй. Так ладно, я погнал. Кап-кап. Я хочу пить. ХММ, а что если? Нет, не свежим тараканом. Инночка, подайте пиво. Ну вот я и добрался до пустыни. Только я до сих пор не понимаю, как тут разживиться. Да и вообще мне скучно. Мне нужен соратник. Только вот одно. Но, где мне его искать? Живые рабы 300 катов. А, ну а что? В принципе, недорого. Стоит купить, наверное. Да, так и сделаю. Ух ты, какие интересные зверюшки. ХМ, кого из вас двоих мне выбрать? Может, покажете, на что способны? Ты что, конченый? Я личность вообще-то. Я в этой клетке из-за таких, как ты, хитиновый сексист. Я не собираюсь плясать перед тобой, чтобы меня освободил какой-то урод. Я просто умею пукать подмышками. Вот это у тебя мастерство. Да не, это я просто напердючкала.
ни слова более. Я покупаю этого раба. Здравствуйте, любезный. Что тебе надо, Калоед? Сколько стоит раб, который умеет издавать дифирамбы из своих подмышек? 299 катов. Ну, или добавь один кат, и я буду тракторист-юморист. Тогда я дам вам 301 кат. Не хочу быть тем, кто будет играть на дудочке тракториста. Откуда смех? Не знаю. Но я знаю только то, что я продал вам раба по очень выгодной цене. Все, берите его и проваливайте. Спасибо. Ну что, льдышка, пойдем отсюда. А почему ты назвал меня льдышка? Потому что ты сильная. Раз уж решила стать моим соратником, прямо как лед. Блин, а что у тебя за мечта? А вот тебе все покажи да расскажи. Пошли, лучше тебе обмундирование найдем. Видишь солнце, лед? Да, я вижу. А я не вижу, мне глаза выжигает. Да и вообще ты кушать хочешь? Я да. Поэтому нам нужны деньги. Есть предложение, как заработать? Ну, честно, я только подмышками пукать умею. Пиздец. О, придумала. Может, будем заниматься тем, чем занимаются нормальные люди? Чем? Ну, бизнес откроем какой-нибудь. Будем продавать лапшу сухую, а назовем мы ее бич-обед. Умно, только у нас нет денег. Из чего мы будем варганить твою лапшу вот эту? Из твоих волос лобковых. Вообще-то, мы можем пойти на болото, взять там тины этой болотной, почистить ее, накрутить в спиральке и продавать как лапшу. Ценник сделаем достойный, такой какой и не кусается, и не в убыток нам. Хмммммм. А что? В принципе, вроде все адекватно. Тогда пошли в болото. Пошли, если ты знаешь, куда идти. А я не знаю, куда идти. Пиздец! Будешь каку? Ты на меня злишься. Кто злится? Я. Нет, ни в коем случае. Да не злись ты, я тебя поддерживал. Пока ты била того негодника, который пытался украсть у нас тину болотную. Давай, лед, покалечь его. Въеби ему, что есть силы. Лед, блять, бей его. Лед, ты вообще в состоянии сделать что-то без моей помощи? Ай, лед, защити, ай. Получай, вор тины! Да, лед, бей его. Ага, спасибо, очень помог. Да ладно тебе, чего ты расклеилась? Опытом тебе будет эта схватка. Все же хорошо. Ладно, пойду продам собранные непосильным трудом бич-пакеты. Блин, бич-паки я продал не за ту цену, за какую хотелось. Но зато, смотри, какой костер я развел. Да и в тени мы ковырялись с тобой вроде как не очень долго. А вообще, знаешь, я не рассказывал никому про свою мечту. Не знаю, даже стоит ли рассказывать тебе о ней. Хорошо, я поведаю. Когда я был совсем личинкой, я все время ползал смотреть на зал, где сидит королева. Мне всегда хотелось власти. Я мечтаю о замке. Я все время ползал у ног наиболее высших чинов жуков. Однажды мне это настолько надоело, что я решил расправиться с одним из чиновничьих. Не вышло. Подоспевшие стражи остановили меня. В дальнейшем я был отправлен в темницу. Там меня пытал уродливый и жуткий жук-палач. Я никогда не забуду его огромный усик, которым он меня протыкал в районе почек. И в конце концов я был изгнан. С позором. Меня оплевывали те, кого я считал своим другом, родственником. Теперь я свободный жук. Теперь я буду власть имущим, а не тварь дрожащей. Но мне нужна сила. Мне нужны люди. Я знаю, у кого я могу отобрать его власть. Ждите, святоши.